Суббота, 25 мая, идем в музей Дали. И вот он, утренний вайб Фигераса. Вот так вот нужно начинать свой день. Здравствуйте! Класс! Така-така-та, 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 така-така-та. Мы пришли вот утром, и вот здесь уже такая очередь, но здесь все по времени. Сегодня погода и утро такое одуренное. А, это вот очередь на 10:45, а нам на 11:15. Выдер. Сегодня погода нереальная, и мы вышли из церкви, и она очень красивая. Как мини-башня Джотто и Баптистери во Флоренции. Класс. У нас еще 15 минут. Люди здесь все ждут в своей очереди. Все по времени, это супер, потому что по-другому здесь было бы какое-то сумасшествие. Художники вот здесь пишут свои картины. Везде Сальвадор Дали. Здорово. Атмосфера нереальная. А у него хлеб был фетишем. Вот все держат булки с хлебом. Хлеб и яйца были фетишем Сальвадора Дали. Очень здорово здесь вот табло, на какое время есть билеты. Но, конечно же, лучше билеты покупать заранее на официальном сайте. Вот. И тогда однозначно можно зайти. Площадь Галы и Сальвадора Дали. И люди ждут своей очереди. И не обошлось без промытости мозгов. Вот запечатлели здесь, насколько телевизор влияет на людей. И вот такой вот памятник соорудили. Это уже Гала уже здесь как бы в 78 году. Обелиск сделали телевизионный Вольф Вастел. Ох, какой он высокий. И это уже когда музей был открыт. Они сюда ставили различные обелиски. Но вот эти, конечно, необычные. Необычные эти памятники на тракторных скатах. Это нечто. Вон там один, два. И вон там третий.